В пятницу в районном центре культуры и досуга расположился мобильный офис налоговой службы. В этот день любой желающий мог проверить наличие задолженности по налогам и сборам и получить содействие в регистрации в личном кабинете налогоплательщика. Федеральная налоговая инспекция регулярно проводит акции для налогоплательщиков, для автовладельцев зданий ГИБДД, для садоводов в садовых товариществах. На этот раз мобильный офис налоговой службы расположился в центре города Видное. Всем желающим предлагалось отправиться в отпуск без налоговых долгов. Сейчас лето, пора такая отпускная, налогоплательщики выезжают на отдых вместе с детьми. И чтобы не было для налогоплательщиков таким неожиданным, неприятным моментом, что на границе их могут остановить за неуплату налогов. Неприятный сюрприз в аэропорту может поджидать налогоплательщиков согласно статье 48 Налогового кодекса. Если физическое лицо не уплатило свыше 10 тысяч рублей, мы тогда оформляем документацию в суд, получаем судебный приказ и передаем службе судебных приставов. И уже на основании данного судебного приказа служба судебных приставов ставит запрет на выезд за границу. Кстати, узнать о задолженности или ее отсутствии можно и через интернет, в личном кабинете налогоплательщика. Написать заявление на его открытие можно было тут же, в мобильном офисе. Если нет возможности у людей прийти в налоговую инспекцию, нет времени, у нас есть такая возможность открыть. Они могут открыть личный кабинет на сайте налог.ру. На прием к специалистам уже спустя час работы мобильного офиса выстроилась очередь. Я тоже решила проверить, есть ли у меня долги. Татьяна, у вас долгов нет. Спасибо большое. Ну что ж, теперь я могу спокойно паковать чемоданы. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.